карма. Сюжет. Говард занимается скупкой и перепродажей ювелирных изделий. Жизнь, как ему кажется, несправедлива к нему. Коллеги непорядочные, глупые, жена невнимательна, любовница изменяет, да и крупного везения в делах нет. Но вот судьба, стечение обстоятельств или просто результат упорного труда дарит Говарду долгожданный шанс – драгоценный камень невиданных размеров. Сумеет ли делец воспользоваться этим даром и изменить свою жизнь, или упустит его? Для кого? Фильм «Неограненные драгоценности» балансирует на грани жанров. Это и комедия, и триллер, и драма в одном флаконе. Все составляющие тщательно перемешаны, а хаотичные диалоги и громкий непрекращающийся саундтрек не дают расслабиться ни на секунду. К финальной сцене картины вы уже полностью во власти повествования, забыв обо всем остальном. Что в итоге? Громкая, яркая, вызывающая лента для того зрителя, который способен оценить необычный монтаж, оригинальный стиль повествования и, возможно, даже основную метафору фильма. Ведь все мы, в конце концов, бриллианты, лишь неограненные. Карма очищена. Кинокарма.